Клуб веселых и находчивых – игра, увлекающая тысячи людей по всей стране и даже за ее пределами. Не так давно появилась новая лига – детская. И вот, во второй сезон проекта попали наши земляки – команда «Глубинка» из Обояни. Но перед этим пришлось пройти серьезный отбор. И вот, куряне в числе лучших – всего таких команд 35. Вместе с юными КВНщиками радовались те, кто помогал им покорить сердца строгих судей. Мы решили, что ребята будут не просто показывать приветствия, да, где там вышли, там поздоровались, показали несколько миниатюр. Мы решили, что у нас будет такое полноценное, ну, будет полотно, вот, и решили за основу взять Шрека, потому что нам изначально показалось, что Эдмон сыграет Шрека довольно-таки хорошо, то есть ему этот образ подойдет. Пройти в полуфинал проекта ребятам из «Глубинки», увы, не удалось. Тем не менее, курские КВНчики настроены решительно. И кто знает, может, через год простые ребята станут настоящими звездами. Анастасия Шугаева, «События дня».